Друзья, всем привет! Это город Омск, магазин Ашан, торговый центр Мега. Друзья, оцените масштаб. Посмотрите, какая шикарнючая лежанка для собаки. Большая, вместительная, мягкая. 3500 стоило 6700. Переноски для животных, рюкзак за 800 рублей. И вот такой кенгуру тоже 800 рублей. Он будет смотреть, котик, куда же его несут, бедолагу. В ветклинику или домой. Зимние комбинезоны для собачек. XL стоит 900 рублей, а XXL 1000. На клепках здесь флис, синтепон. В общем, будет тепло, конечно, собачке, но на мою не полезет, нету размера. Много тут каких-то хозтоваров, знаете, выставили вот на видное, на самое место. 200 рублей вот такое ведро, находка. 10 литров с носиком, с ручкой. Все как положено. Табуреты. Ударная цена написана. 500, какой 500? 450 рублей. Не знаю, дорого это или нет. Есть бежевые, серые. Таз, кстати, тоже за 200 рублей с ручками. 16 литров. Керамические салатники и кружки очень приятных расцветок. Матовое покрытие. Объем у них 700 и цена 160 рублей. Кружки, кстати, в такую же цену. Объем 330. Ух, какие яркие красные салатники прибыли. Смотрите. 480 рублей. Диаметр 25, рубин Альтера. Шикарный заварочный чайник. Объем 1,50 литра. 1346 рублей. А вот этот поменьше и подешевле. Они не чисто белого цвета, цвет молочный. Объем 700 и 865 рублей. Огромное сервировочное блюдо 39 на 15 сантиметров. Это фарфор. 724 рубля. Написано, что это новинка. Есть менажницы вот такие за 920 цветочек. 818 655. Ну а вот такая трехъярусная этажерка за 1491. Новая серия кастрюль. Это нержавеющая сталь, подходит для всех типов плит. Можно мыть ее в посудомойке. Вот эта большая 4623, 5,9 литра. И интересно, что у нее вот так складывается ручка, что экономит время. Опустили, и все, и ничего не мешает. Средняя за 3,562. Маленькая 2,729. Кофейная пара 205 рублей. А чайная за 252. Вот эта надпись мне нравится. Я не могу ничего делать, у меня лапки. 425 рублей. Скидки на текстиль для кухни, различные прихватки. 99 рублей. 130, 110.
Вот такой фартук, 330 рублей. Скатерти за 730 и за 900. Тут два размера, 144 на 144 и 144 на 200. Да чего красивый салатник, посмотрите. Цветок 608 рублей. Кулинарный наборчик. Я думала сначала, это формочка для печенья, вот такая выдавливать. А это, оказывается, для украшения торта. Для мастики. Ну, в принципе, тесто и пиццы, пироги украшать. 100 рублей. Распродажа тут какая-то. Скороварка из нержавейки. 2200 на 5 литров. Различные покрывала. Это рогожка. 2615 рублей. 140 на 220. С рисунком, без рисунка. Без рисунка чуть дешевле. 2565. Серая. Вот такой цвет есть. Были такие, по-моему, и шторы. Очень красиво, когда все в комплекте. И покрывало, и шторы такие. А это уже новинка. Покрывало стеганое. 1881 рубль. Размер 210 на 240. И 1644. Размер 150 на 210. Хорошо, что вот так развесили, и можно посмотреть, как они выглядят. Все, в принципе, аккуратненько. Микрофибра. Ну, только что хотела сказать, что на ощупь, конечно, полиэстер стопроцентный. Ну, в принципе, больше ничего интересного здесь не вижу. Новой посуды тоже не вижу особо. Показать больше нечего. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем хорошего настроения и пока-пока!